результатов, которые были задействованы после ребрендинга, у него были очень хорошие и... Сегодня мне все вторят. Действительно, были очень хорошие результаты. Проанализировав рынок, посмотрев на то, что происходит у конкурентов, посмотрев на то, какие действительно стратегии сейчас у банков актуальны, мы предложили вот эту вот консервативную стратегию отчасти сохранить в розничном сегменте. По сути, стать таким, знаете, контрпредложением для Ситибанка, который предлагает свои услуги всегда, везде, максимально агрессивно, максимально активно, и другим банковским брендам, которые действительно в своем продвижении задействуют максимально проактивную стратегию. Идея банка высокой культуры, банка, который нацелен именно на сервис не агрессивный, на сервис, который будет понятен петербуржцам, с понятными предложениями, как раз и было реализовано для Банка Санкт-Петербург. В общем-то, на основе стратегии были сделаны все основные коммуникации. Безусловно, идея лидирующего локального банка для культурной столицы была реализована в различных материалах, начиная от корпоративных и заканчивая клиентской документацией, банковскими картами, пакетами для клиента. И вот эта вот идея, с одной стороны, культурной столицы, с другой стороны, культурного обслуживания, понимания потребностей петербуржцев. Я думаю, что москвичи замечают, что гости из северной столицы немножечко отличаются от москвичей. Они чуть-чуть другие. И вот как раз вот эти особенности, поскольку мы очень много изучали потребителей, мы и выразили в этих коммуникациях. По сути, дизайн пространств, дизайн отделений, рекламные кампании, разработка всех-всех-всех продуктов была основана на том, что петербуржцы – это люди, которые любят не просто индивидуальное, но интеллигентное отношение к себе, ненавязчивое. И даже если говорить о продуктах этого банка, то стоит отметить очень интересный факт. Я думаю, все прекрасно помнят декабрь, когда ставки на рекламных плакатах менялись просто со скоростью света. То есть мы просто не успевали снимать один плакат, вешать другой. Банк Санкт-Петербург принял решение, что они не будут делать очень большие ставки по депозитам. По сути, их предложение в Санкт-Петербурге и в регионе было одно из самых неконкурентоспособных. Более того, был забавный случай, когда как раз компания, которая размещает рекламу для них, не успела поменять ставки еще до того, как поменяли ключевую ставку. И там цифры были очень смешными. И несмотря на это, у банка был прирост. Действительно, после того, как опять произошли изменения, ставку опять снизили, банк оказался в плюсе. И далее, в конце презентации, я покажу вам их результаты, они действительно очень приятные. Мысль очень простая, что консервативная стратегия иногда в кризисный период может принести свои позитивные результаты. В общем-то, нестандартные решения, CRM-система, программа лояльности позволяют сделать вот еще что. Не просто привлечь клиентов, но и максимально удержать лояльных. И очень интересный пример, о котором хочу я рассказать, это Летобанк, который сделал совершенно потрясающую акцию. Вы приходите не в банкомат, а в экомат. Слышал кто-нибудь об этой акции? Да, да. Действительно, очень, на мой взгляд, интересный ход. Вот некоторые коллеги не слышали. Идея в следующем. Приходишь к экомату, чтобы снять денежку или наоборот, если там есть кэш-ин, денежку положить, и оплачиваешь за 300 рублей, а ты можешь и больше оплатить, посадку деревьев. Ты выбираешь, собственно, любой регион, любой национальный парк, получаешь сертификат, в котором тебе говорят, что да, действительно, вот в этом участке ты посадил дерево. Действительно, акция имела потрясающий успех, только когда они стартовали на сайте, 4500 деревьев было посажено. А после запуска экомата, просто у меня пока нету цифр, просто результаты потрясающие. Еще очень интересная история с программой лояльности – это детский банк от ВТБ. В Москве, в детском центральном магазине на Лубянке, стартовал такой проект. Соответственно, дети могут действительно почувствовать себя банкирами. Во-первых, почувствовать, что такое профессия банкиров. Естественно, это фан и для родителей, и для детей. Они одеты в фирменную одежду ВТБ. Очень большая была пресс-поддержка у этого проекта. И, на мой взгляд, он действительно позволяет, в общем-то, и детям, и родителям получать позитивное настроение от не самой позитивной банковской услуги, потому что в России банков боятся. Я думаю, вы с этим не будете спорить, вы это знаете достаточно хорошо. Другой интересный проект, как раз-таки для Банка Санкт-Петербург. Вопрос? 2 минуты. Листаю быстренько. В общем-то, это потрясающая карта, которая позволяет при покупке у партнеров Литуал, Окей,
LaModa получает дополнительные бонусы, плюс страховую карту, много всяких приятностей. Получается, что репутация имеет значение, и действительно сейчас это самый актуальный такой тренд. И еще один короткий кейс о другом банке, который, в общем-то, с одной стороны, имеет хорошую репутацию, с другой стороны, попал под санкции. Я думаю, что многие о нем слышали. И нам пришлось непросто, потому что мы как раз закончили ребрендинг этого банка буквально совсем недавно. Тем не менее, это 13 место и первое место в регионе. Казалось бы, зачем банку, у которого хорошая репутация, действительно рейтинг, наивысший рейтинг, думать о ребрендинге? Цель очень простая. Действительно, изменить восприятие бренда как универсального банка со спектром интуитивно понятных услуг в современной технологической оболочке. Именно поэтому все отделения банка, которые мы сейчас активно меняем, они будут выглядеть совсем-совсем по-другому. Это интерактивный банк будущего, кофемашина, welcome-зона с автоинформаторами, мультитач. И действительно максимальное количество услуг, которые уходят в онлайн, но при этом максимальная надежность. То, что, в общем-то, ищут на сегодняшний день клиенты. Говоря о персонале, стоит, конечно же, отметить, что сейчас это именно тот тренд, который будет наиболее актуальным, потому что растут, в общем-то, к персоналу предъявляются очень высокие требования. И вот короткий пример об инструменте, который мы также ввели для Банка Санкт-Петербург. Это целая система различных программ по внедрению бренда. Поскольку меня уже ограничивают, я долго о ней рассказывать не могу, расскажу только об интересном инструменте. Кроме серии мероприятий, мы разработали онлайн-игру, которая была интегрирована на внутренний портал. И эта игра как раз-таки позволяла людям не только отвечать на вопросы, а как выглядит логотип банка или почему сейчас у банка новая философия, ну и, например, ответить на вопрос, кто является истинно петербургским композитором. Или как, например, надо разместить столовые приборы на столе. Или, например, как надо одеться банковскому сотруднику. То есть вот девочка, которая там, вы ее можете одеть, раздеть, мальчика тоже можно одеть, раздеть. Очень интересная игра. Игра действительно была очень интересная. Ну, говоря о банковском бизнесе, он приходит действительно в небанковские форматы. Возможно, вы уже слышали об интересном сервисе Фейсбука, который позволяет делать денежные переводы пользователям Фейсбука. Вот такая забавная, прекрасная штука. Общий вектор. Банк – это финансовое учреждение, надежный инструмент для решения различных задач. И еще один очень короткий кейс – private banking для Банка России. Именно сейчас, в кризисное время, Банк России задумался о том, как преподнести своим клиентам, премиальным клиентам, ту услугу, которая, ну, казалось бы, может быть, и не должна быть востребована именно в кризисное время. Тем не менее, там были цифры. После того, как мы запустили этот проект, мы наблюдаем очень серьезное увеличение этого сегмента. Идея бренда очень простая. Мы начали от стратегии, пообщались лично с многими клиентами банка, что было непросто, это такая не самая аудитория легко доступная. И сделали такой проект, в котором уделили внимание деталям, постарались, чтобы вот эта вот идея, с одной стороны, российского могущества и индивидуального подхода, чтобы она максимально воплотилась в каждой детали, начиная от элементов с конгревом и какими-то приятными вензелями и заканчивая такими вещами, когда золотые понтоны, они как бы спрятаны внутри белого цвета. То есть идея того, что ваше, да, благосостояние, оно скрыто от общих глаз, потому что банк действительно дает гарантию полной конфиденциальности. Он очень индивидуально подходит к вопросу работы с каждым клиентом, и даже в визуальных коммуникациях эта идея была реализована вот такими вот методами, которые вы сейчас видите на экране. Обещала вам показать результативность, покажу. Все, уже минус, я поняла. Очень интересное исследование было проведено о том, насколько эффективны ГК «Энталев», рейтинг результативности, экономичности и эффективности. Обратите внимание, ну здесь все понятно, да, что 2013 год, 2014 прирост активов и результативность. Так вот, эффективны те банки, которые действительно думают о своем бренде, не только потому, что это важно с точки зрения продвижения, но и с точки зрения того, чтобы их коммуникации были прозрачными. Спасибо. Меньше. Коллеги, я как модератор сегодняшней секции.